не от игры, конечно. С чем связано? Ну, я думаю, результат закономерен. Конечно же, команда намного сильнее, намного опытнее. Вот. И естественно, что мы, как бы сказать, ну, намного не рассчитывали. Главное для нас получить игровой опыт с такими мастерами, которые собраны в ГМК. Поэтому я считаю, результат закономерен. Очень хорошо настроился у ГМК на, скажем так, самого сильного соперника для себя. То есть это уже говорит о том, что очень профессионально относится к своей работе, к своему делу. По результату игры какие слабые места в своей команде увидели? Ну, прежде всего, конечно, это борьба за отскок. Вот. Прежде всего, уже очень большие проблемы возникают при моментах, когда с нами очень агрессивно защищается. Вот. Мы можем дать точную передачу. Ну, естественно, реализация тех, кто проводит. Выгодно для нас ситуация, потому что процент у нас очень-очень. Спасибо. Ваше впечатление от игры, победы? Спасибо. Ну, игра сначала стала легче, чем была в прошлый раз. Мы шли, там первый раз встречались с этим соперником. Когда мы вообще играли, можно сказать, очко. Вот сегодня игра намного легче получилась. Мы не делали этого соперника. Готовились, не дали разыграться и за лидером, и Воробьёвой, и Смоленко. И удачно сыграли и в защите, и в прижимлении. На каждую защиту отвечали, начали нападение. Несмотря на то, что сдали соперника, вы ожидали такого разрыва в очках? Нет, не ожидали. Мы ожидали. С таким разрывом закончится. Мы уверены в своей победе. И как бы никогда нельзя расслабляться, и можно сказать, что мы сыграли как раз в Кашме, как раз таки вот так вот на равных, и поэтому сегодня не думали, что это такой слабый соперник, и это наша задача. Спасибо. Ну, девчонки были к этой игре. В последнее время мы уже как-то лучше играем, друг друга больше понимаем, и, конечно, игра была очень красивая. Местами они еще хотели еще красивее сделать ее, но было много из этого ошибок, таких потерь, но все им можно простить. Просто играли от первой до последней минуты и нападение в защите. Так что я очень доволен. Чем скажете, что такая разница в счете? Наверное, сегодня мастерство этих двух команд есть большая разница, поэтому, конечно, и плюс девчонки настроились на эту игру, конечно, они показали, что умеют. Вы можете из игроков выделить, кто сегодня отличился? Наверное, вся команда не убедилась, но вы видели, Паркер очень красиво играл. Ну, все, кто, все старались красиво играть, даже тем, кому не шло, потом нашли себя в игре. Так что играли команда, вот это поэтому все и результат такой, и все выделились поэтому. Ничего не говорю. Не благодарю.